Как нужно сочетать цвета, чтобы выглядеть дорого? Первое – это монохромные цвета. Второе – это серый и оранжевый. В таком цветовом решении ты всегда будешь выглядеть стильно и оригинально. Третье – это синий и зеленый. В таком сочетании ты будешь всегда яркой и заметной. Четвертое – это розовый и бежевый. В таком сочетании ты будешь романтической натурой. Синий и молочный – это идеальное сочетание для нашей зимы. С вами была Маргарита, стилист модного пространства Fashion Lounge. Не забудь подписаться, а еще лучше приходи к нам в гости. Всем пока-пока!